Всем добрый день. Заходит установка теплицы ручного типа 2,5 на 4 длиной. Также установлен бросок на 100, покрашен антисептиком и сверху палисандром. Также один торец уже установили, торчит дверь, и сейчас будем уже ставить второй торец. Также в дальнейшем будем покрывать ее поликарбонатом Аксуаль Био. Клиент уже заказал вторую теплицу, первая точно такая же, только цвет другой. 735, светло-серый. Здесь также дверь цельная, со второго торца также дверь. Также установлен на брус, устанавливали 2 года назад, как новая. Поликарбонат чистый, брус тоже как свежий, как вчера поставили. Все аккуратно. Забрали полностью каркас, поставили торцы, обшитые с поликарбонатом. Сейчас будем покрывать поликарбонатом на крышу. Также будет установлен поликарбонат на двери. Параллельно по сборке бруса. Собирается вот такими пластинами, вкручивается саморезами. Брус собирается в шахматном порядке. То есть размер теплицы идет 2,5 на 4, габаритный размер бруса идет 2,5 на 4,100. Таким вот способом собирается брус для теплицы. Также теплица крепится к брусу таким вот саморезом по дереву через шайбу и прижимается к брусу. Закончили монтаж теплицы ручной 2,5 на 4. Поликарбонат идет Аксуаль на шестой плотности 4 мм. Также установлен на брус, обработан антисептиком. Также покрашен сверху палисандром. Брус идет 100 на 100. Труба идет оцинкованная, 20 на 20 на 1,5. Поливерно-порошковая покраска идет. В одном торце дверь, также и во втором торце. Также установлены укосины и колышки. Также идет система подвязки, две нитки для подвязки растений. Также установлен профиль торцевой с лентой перфорированной и ледяные уплотнители. Также рядом стоит точно такая же теплица, 2,5 на 4, только белая. Устанавливали как новая.